Друзья, всем привет! Сегодня второй официальный день чемпионата. Вчера прошла официальная тренировка. Сегодня прошла квалификация. По результатам квалификации у нас приятная новость. У нас опять первая стартовая позиция, лучшее время круга. Поэтому мы с нетерпением ожидаем старта первой гонки. Состоится она совсем скоро, буквально через 2,5 часа. Прошу нас поддержать, болейте, рассказывайте всем, подписывайтесь на нас. А мы пойдем готовиться. Друзья, у нас гоночный день подошел к концу. Позади осталась у нас официальная тренировка. Сегодня прошла квалификация и первая гонка. Давайте спросим Дмитрия, как он оценит сегодняшний день. Ну, как ты его оценишь? Ну, в целом-то позитивный, но есть нюансы. Ну, давай, рассказывай всем, какой ты у нас в квалификации. Ну, в квалификации удалось первый. Правильно. Стартовал с первой позиции, сделал это очень даже бодро. Все, и уехал вроде бы, и все. Вот гонка даже в начале была тоже позитивная. Тот результат, который сегодня показали, а он номер... Два. Да, вторая позиция. Можете нас поздравить. Но самый главный фактор, на мой взгляд, который решил исход гонки, это, круговые. К сожалению, объединение двух классов. Круговые, да. Да. У нас завтра вторая гонка. Надо будет ехать с седьмого места, ну, надо прорваться, поедем. И подъезжать опять на подиум. Попробуем. Давай.